Всем привет! Это Осмий, и в этом видео я сравню два стартовых набора скайблока на LightCloud и на LastCraft. Начнем с LightCloud. Мы оказались на нашем острове. Вот он, наш сундук. Давайте же глянем, что в него входит. Открываем. Итак, лед одна штука, ведро лавы тоже одна штука, а долька арбуза, два факела, одна кость, косточки тыквы, мухомор, белый гриб, один кактус, одна буханка хлеба, одна пшеница и также изумруд. Итак, переходим на скайблок LastCraft. Я нахожусь на скайблоке LastCraft. Нас уже ожидает здесь наш сундучок. Открываем. Итак, яблоко одна штука, ведро лавы тоже одна штука, целых три буханки хлеба. Это, конечно, плюс. С голода мы не погибнем, это точно. Так, косточки арбуза одна штука, косточки тыквы тоже одна штука, один кактус, сахарный тростник, ребята, вот это да. Косточка тоже одна штука, два факела целых. Неплохо. Белый гриб, мухомор и два плотных льда. Уже источник у нас воды будет. Вот это классно. Ну что, давайте подведем какие-то итоги. В двух наборах были, безусловно, одинаковые вещи. Ими являются ведро лавы, арбуз или косточки арбуза. Это одно и то же. Два факела, это тоже, безусловно, одинаковые вещи. Так, также косточка, косточка тыквы, белый гриб и мухомор, тоже одинаковые вещи. Также кактус, буханка на LightCloud, буханка одна. Нам придется добывать еще еды, а на LastCraft буханки уже целых три штуки. Это тоже плюс, но на LightCloud более как-то посложнее выживать, и может быть это кому-то будет и плюсом. Так, идем дальше. Что же у нас еще одинакового? Так, это лед. На LightCloud лед один, мы можем сделать только генератор, а на LastCraft мы можем сделать источник воды и из него брать уже воды для нашего генератора. Это может быть также и плюсом, как я говорил, но может быть и минусом. Повторяющиеся вещи мы уже прошли. Давайте индивидуальные вещи. На LightCloud это является пшеница. Для чего она нужна, я не знаю. Коровы вроде там не было, или может быть она упала. А на ласте она уже была. Также на LightCloud есть один изумрудик. Это тоже плюс, мы за него можем купить или воду, или еще какой-то предмет, а на LastCraft изумруда нету. Еще одна индивидуальная вещь на LastCraft это яблоко, это тоже еда, это также плюс, мы с голода точно не погибнем. Ну, в общем, это было все. Надеюсь, вам понравился формат этого видео. Обязательно подпишись на канал и напиши комментарий под этим видео. Это был Осмий. Всем пока-пока.